Личная жизнь между. Эпиграф. Наша между уже не скулит. Наша между начиналась, как между мной и тобой. Постепенно оно выросло, укрупнилось и стало таким самоуважаемым между. Ушло в свободное плавание по жизни, и что? Теперь прислала мне своего, то ли сына, то ли дочку, то ли внука, то ли внучку. В общем, какого-то неясного и не совпадающего двойника. Теперь наше между – это между мной и моей любовью к тебе. И оно так же, как и прежде, уже даже не скулит. По этому признаку я и узнала его. Так странно и незаметно совершилась эта подмена. Личная жизнь между.